Здравствуйте! Сегодня мы начинаем серию репортажей о Женевском автосалоне. Женева традиционно является смотром передовых технологий и концептуальных идей. Однако, учитывая, что это первое крупное мотор-шоу старого света в календарном году, многие спешат представить здесь и серийные новинки. В этом году он был особенно урожайным, общее число различных премьер перевалило за 150. Поэтому, пожалуй, начнем в качестве аперитива с одной из главных мировых тенденций – компакт-кроссоверов. Интерес к этой нише продолжает расти, а значит, будут появляться все новые и новые автомобили. Если говорить о новом Тигуане, то его язык форм более точный, чем у предшественника. Он стал визуально гораздо шире. По эффекту восприятия автомобиль приблизился к Туарегу. Это была одна из наших главных задач. Именно так мы хотели показать, что Volkswagen укрепляет свои позиции в классе SUV. Помимо рестайлинговой внешности, Тигуан получил небольшие дополнения к интерьеру. Теперь он похож на Volkswagen Golf Plus. Владельцев, наконец, должен порадовать цветной дисплей на приборной панели, слегка измененный блок управления климат-контролем и появившаяся кнопка запуска двигателя. В качестве бонуса еще добавили более спортивный трехпицевый руль, точно такой же, как на Volkswagen Golf 6. Однако самые главные изменения скрыты от посторонних глаз. Это электроника. Обновленный кроссовер получил все модные нововведения. Конечно, в качестве опции. Это и система распознавания усталости водителя, автоматическое управление дальним светом Dynamic Light Assist, помощник удержания полосы движения Line Assist, а также новейшее поколение автоматического парковщика Park Assist, который может припарковать ваш автомобиль как вдоль, так и поперек. Что, безусловно, радует, Тигуаны по-прежнему представлены в двух версиях – городской Sport & Style и внедорожный Track & Field. Несмотря на эти различия, кроссовер по-прежнему выпускается исключительно с полным приводом. Для российского рынка компания планирует сохранить прежний набор моторов и трансмиссий. Двухлитровый дизель мощностью 140 сил в паре с DSG, бензиновый турбомотор объемом 1.4 150 лошадиных сил на механике и двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 170 лошадиных сил в паре с автоматом. Volkswagen Tiguan очень сильно развивается на российском рынке. Сейчас это один из самых хорошо продаваемых кроссоверов в своем классе. И, конечно, с запуском нового Тигуана в июле, он как раз в июле поступит в продажу на российский рынок, это будет новый рывок для Volkswagen в этом сегменте, в частности, в Российской Федерации. Новый Тигуан, как и предшественник, будет также собираться в Калуге на нашем заводе. И это очень важно для нас, потому что мы снова сможем предложить нашим потребителям конкурентоспособную стоимость этого автомобиля, и это позволит ему достойно выглядеть на фоне конкурентов. Итак, с немецким компакт-кроссовером все понятно. Давайте посмотрим, чем порадуют конкуренты. Немцы провели только плановый рестайлинг Тигуана, Ford уже вовсю думает о следующем поколении своего компакта Ford Puga. И вот европейская премьера, концепт Vertrek, который, собственно, и олицетворяет следующее поколение американского Ford Escape и европейского, соответственно, и нашего Ford Puga. Решил серьезно упрочить свои позиции в классе однообъемников. К семейству C-Max, S-Max, Grand C-Max прибавился еще один Max, на этот раз B-Max. Этот автомобиль не просто выглядит очень динамично. Самое важное, что он очень практичный и функциональный. Вы видите, что здесь нет центральной стойки, как у традиционных автомобилей. Этот ход дает великолепный доступ в интерьер. Например, для того, чтобы установить детское кресло или что-то погрузить. Это делает автомобиль уникальным предложением в своем сегменте. Роль несущей стойки выполняют двери. В
переднюю кромку задних сдвижных дверей упрятана прочная балка. Это и есть стойка. Таким образом, когда двери закрыты, они принимают всю нагрузку на себя. Как нас заверили, собственно, это видно по исполнению концепта, что перед нами не несбыточная фантазия дизайнеров, а уже практически готовый продукт. Самое главное в этом автомобиле, что все-таки это не концепт, а готовый автомобиль для серийного производства. И самое интересное, что вот это вот отсутствие стойки, то есть полностью свежее решение пространства автомобиля, сохранится. Отсутствие стойки, наличие огромной панорамной полноразмерной крыши делает этот автомобиль гораздо больше, чем он есть на самом деле. Хотя размеры машины, по большому счету, всего лишь на 11 сантиметров превосходят те, что имеет пятидверный Ford Fiesta. Кроме этого, с новинкой, естественно, будет поставляться и шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Power Shift и еще однолитровый турбированный мотор EcoBoost. Самый маленький современный турбомотор в линейке Ford. Понятно, что новый автомобиль сразу привлечет к себе внимание. Не только создаст конкуренцию в сегменте, где уже, например, хорошо обосновалась новая Мерива, также с оригинальным решением задних дверей. Пока что известно, что автомобиль не будет предлагаться для рынка США из-за своих скромных размеров. А в Европе его обязательно постараются развести с Opel Meriva маркетологи. Как все будет на самом деле, узнаем уже через год. Раз уж упомянули минивэн, то нельзя не сказать о главной мировой премьере в этом классе – концепте Opel Concept Zafira Tourer. Все эти годы мы наблюдали становление нового фирменного стиля Opel. И Zafira – это один из последних автомобилей, который все-таки приобрел эти теперь уже хорошо узнаваемые черты. Несмотря на откровенно устаревшую внешность, Zafira оставалась по-прежнему успешной на многих рынках. В том числе это самый продаваемый компакт-вэн в России последних лет. Это объясняется просто. Дело в том, что для людей, предпочитающих семейные ценности, функция превыше всего. Главное, чтобы в машине поместилась вся семья. И только после этого можно уже думать о каких-то эстетических моментах. Ну что ж, похоже, дизайнеры хорошо набили руку. И вот теперь мы можем оценить, как будет выглядеть Opel Zafira уже в следующем году. Этот концепт на 90% повторяет серийную будущую модель. Никаких экспериментов. Классическая компоновка по-прежнему в основе платформы Opel Astra. Схожие элементы интерьера с той же Astra, но со своими фишками. Например, третье центральное сиденье второго ряда может складываться вперед, а боковые сдвигаются к центру, как в Skoda Roadster, обеспечивая комфорт для задних пассажиров. Добавьте сюда хитрые подголовники. При повороте они превращаются в подушки, и получается уютное место, где можно вздремнуть в дальней дороге. Судя по всему, автомобиль будет не только выглядеть, но и стоить дороже. Сколько именно, узнаем осенью во Франкфурте, когда должны презентовать уже серийный образец. А пока снова перейдем к компакт-кроссоверам. Кода – вот еще одно новое слово и даже понятие в японском языке, которое благодаря Mazda придется выучить всем автомобильным журналистам. Это дух движения, если быть дословным, и примерно может выглядеть как вот так. Низкий старт – человек или животное, готовящееся к решительному резкому движению. Именно это олицетворяет новый концепт Minagi. Ну а если проще, то это концепт будущего компакт-кроссовера в семействе Mazda. Возможно, CX-5. Рецепт постройки типичен. В основе, конечно же, Mazda 3. Правда, на сей раз японцы обещают учесть опыт с CX-7 и сделать автомобиль компактным, но в то же время просторным. Ну и самое главное, к 2015 году Mazda собирается резко снизить расход топлива и повысить экологичность своих двигателей за счет целого комплекса процедур, которые они назвали SkyActive. Собственные гибридные разработки небольшим производителям не по карману, а посему Mazda пойдет традиционным путем. Повсеместное облегчение и доработка двигателей трансмиссии.
Добиться экономичности моторов собираются за счет непосредственного впрыска и за счет увеличения степени сжатия у бензиновых двигателей до 14 к 1 и, внимание, снижение сжатия у дизелей до тех же 14 к 1. Тему развития компакт-кроссоверов и компакт-венов можно продолжить на стенде Renault. Renault работает в направлении сразу двух новомодных тенденций – компакт-кроссоверы и компакт-вены. Правда, пока что на концептуальном уровне разработку идей поручили, конечно же, новому шеф-дизайнеру Лоуренсу Ванденакеру. Про компакт-кроссовер Captur мы знаем пока что немного. В основе будет платформа от Nissan Juke, а машина уже проходит тестовые испытания где-то в Европе. Ну и в разработке принимают участие практически все подразделения, за исключением южнокорейского. Важная деталь – Captur переднеприводный. Под капотом новый экономичный битурбодизель, созданный на основе мотора объемом 1,6 литра, который выдает уже не 130, а 160 лошадок. В качестве трансмиссии модный нынче робот с двумя сцеплениями, работающий в паре с механическим самоблокирующимся дифференциалом. С AirSpace все проще. Это, конечно же, когда-то в будущем новый сценик. Обратите внимание, так же, как и на Ford B-Max, здесь отсутствует центральная стойка. Но будет ли она в серийной машине или нет, сейчас об этом говорить сложно. Вместе с автомобилем здесь дебютирует и новый мотор Renault, турбомотор объемом 0,9 литра. Но внутри не так все просто. Как мы уже догадались, главное в таких автомобилях – организация внутреннего пространства. И здесь Ванденакер предлагает свою фишку. Задние места в концепте из разноцветных почти что игрушечных кубиков, которые оснащены электроприводами и могут преображать пространство в считанные секунды. Здесь может получиться традиционный диван, ровный пол для перевозки грузов или стол со скамейками. Интересно, как эти идеи воплотятся в серийных однообъемниках Renault, ведь на очереди смена поколений самого большого – Renault Espace. Еще один кроссовер представили на концептуальном уровне. Теперь вслед за Шкодой своим маленьким проходимцем решил обзавестись еще один бренд концерна Volkswagen – испанский Seat. Концепт получил название IBX. Он немного компактнее Тигуана. Спортивную направленность здесь подчеркивает трехдверный кузов. Мы можем предположить, что, как и в легковых автомобилях, испанцы будут использовать здесь фольксвагеновскую начинку. Но какую именно, говорить рано, концепт очень сырой. Между тем, идея компактного трехдверного кроссовера уже воплощена на конвейере, и Land Rover активно развивает это направление. А вот по поводу кроссовера, в общем-то, серийной новинки Land Rover Evoque, у компании появилась новая идея. Выбор цвета, комплектация автомобиля теперь в прошлом. Вам отныне предлагается сделать эксклюзивный автомобиль под себя, то есть собрать его. На выбор есть цвета, варианты оформления крыши и интерьера салона. То есть теперь тюнинг не нужен. С этой новинкой все ясно. Мы с нетерпением ждем возможность опробовать Evoque в деле. И если ездовые качества остались в норме, в том числе и внедорожные, то это предложение от Land Rover наверняка заинтересует покупателей. На этом у нас все. В следующей программе мы продолжим рассказ о новинках Женевского автосалона. Речь пойдет о спортивных автомобилях.